Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. Сегодня 24 ноября. Вчера было минус 7 градусов, сегодня плюс 3, дождик. И так как на улице плюсовая температура, то в Можжевеловом саду можно найти себе всегда чем заняться. Сейчас покажу, чем сегодня я занимаюсь. На можжевельнике Спартан увидела вот такие вот пожелтевшие веточки. Это осеннее пожелтение хвои, это нормально. И я вот это вот сегодня буду все удалять. На маленьких Спартанах, которые хорошо проветриваются, которые хорошо освещаются, у них еще такого не бывает, а уже на более взрослых можжевельниках такое уже может быть. Санитарную обрезку хвои я провожу и осенью, и весной, и иногда даже зимой. Единственное но, я не провожу санитарную обрезку в мороз. Почему не обрезаю плохие веточки в мороз? Потому что когда на улице мороз, у можжевельников веточки становятся грубые, не гнутся, и обрезая, удаляя плохую веточку, мы можем повредить хорошую веточку и отломать ее. И, в принципе, можно было оставить удаление вот таких вот пожелтевших веточек на весну, но я хожу, их вижу, и они мне мешают. Все-таки люблю, чтобы такие веточки мне были не видны. Но если я их уже увидела, мне их нужно обязательно удалить. Ну а то, что у нас опять оттепель, тепло, плюсовая температура, идет дождик, для можжевельников это очень даже хорошо. Они опять увлажнены, и им не страшен ветер и мороз. Вся хвоя увлажнена. Единственное, что если будет идти дождь и будет потом мороз, могут веточки замерзнуть и обломаться. Но обычно можжевельники выдерживают и такое. Веточки замерзают, потом отмерзают, и все хорошо. При оттаивании снега и зимой газон зеленый-зеленый. Поэтому, когда выбираете, какой газон посадить, на этом тоже не стоит экономить.